Детский смех и искренние яркие эмоции наполнили сегодня зал для боулинга. 10 мальчишек и девчонок с нескрываемым азартом гоняли шары по дорожкам и сбивали кегли. Удовольствие не для слабых. Вес шаров от 2 до 7 килограммов, а длина дорожки 18 метров. Каждая сбитая кегля – настоящая победа. Можно посоревноваться с друзьями, кто лучше кидает, ну, шар. Кто-то знакомый есть, в принципе, весело. Хорошо так. Всех этих ребят можно смело назвать победителями. В разное время каждый из них справился с определенным онкозаболеванием. Сейчас они занимаются в реабилитационном центре благотворительной организации «Святой Белогорья против детского рака». Главное, что вот ребятам нравится, а я заряжаюсь от них. Ну, это здорово. У родителей не всегда находится время, да, как бы вот провести с детьми работу и домашние дела, все понятно. Поэтому мы не забываем, мы приглашаем. Этот мини-турнир стал возможен благодаря поддержке городского управления физкультуры и спорта. Для детей уже проводились соревнования по футболу и картингу. Теперь боулинг. На очереди большой теннис. Дети очень общительные, поскольку они большое время проводили в больнице со взрослыми. Очень хорошо общаются со взрослыми именно людьми. Гораздо более общительные, чем остальные дети. И опять же, в силу того, что они большое время проводили без общения со своими сверстниками, мы через спорт открываем для них новый мир, новые возможности. Кстати, по словам Михаила Носкова, в нашем городе в ближайшее время откроется местная федерация боулинга. Станислав Колесников, Дмитрий Еремак, «Этому часу», Белгород.